где сидели? Сзади. Сейчас мама скажет вам. Скажите, пожалуйста. Впереди кто-то сидел? Сколько лет ребенку? 13. 13, да? А сзади сколько было? Двое. Двое еще, да? Ваш и еще двое? Нет. А, всего двое, да? А там сколько лет? 7. Была не 7, а старшему 8. 8. 8, да? А ваши 7. Понятно. Сзади они перестегнуты были? Да. 3-4 секунды до щелчка. Давайте полный вдох. И 3-4 секунды выдыхаем. Дуем. Все, хватит. То есть 0.38. Через 40 минут. То есть у вас еще также будет установлено состояние алкогольного опьянения. Допустимое тоже у нас на целых 16 миллиграмм. Получается. Я сегодня не употребляла. Ну, вчера. Вчера, да, все мы сидели. За истекшие выходные дни на территории Удмуртской Республики в 9 дорожно-транспортных происшествиях 15 человек получили травмы. Основным видом ДТП является столкновение транспортных средств, 6 случаев, в том числе по причине выезда на полосу встречного движения, 2 случая наездов на пешеходов и 1 случай опрокидывания, на котором необходимо остановиться подробнее. В дневное время, около 14 часов 20 минут, на 9 километре Экшербонинского тракта, женщина, управляя автомобилем «Лада Калина», имеющая стаж в 1 год вождения транспортного средства, не справилась с управлением и через полосу встречного движения съехала с дороги, после чего произошло опрокидывание. В момент дорожно-транспортного происшествия женщина находилась в состоянии алкогольного опьянения. В салоне ее транспортного средства находились дети 6, 8 и 12 лет. В результате ДТП незначительные травмы получил один ребенок.